Асфальтоукладчики, катки и грузовики. 16 человек работают в две бригады, чтобы быстрее закончить ремонт. Пока одни укладывают основной, верхний слой дорожного покрытия толщиной 6 см, на другом конце улицы готовят съезды и парковочные места. Подрядчики признаются, это самая кропотливая работа. Это работа, которая самая мелочь, она и самая такая энергозатратная и долгая, потому что по прямой гони и гони, а именно вот эти съезды, во-первых, мы их разбираем, меняем основания, это все как бы тоже время. На улице Галактионовской по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» проводят комплексный ремонт. Обновляют все – дорожное полотно, тротуары, бортовой камень, трамвайное межпутье, ливневки, колодцы. В дальнейшем запланировано устройство газонов, нанесение разметки и установка дорожных знаков. Ремонт именно на Галактионовской был необходим, так как улица является частью гостевого маршрута и ведет к площади Куйбышева. А состояние дороги до начала работ было не самым лучшим. Данная улица является гостевым маршрутом к предстоящему чемпионату мира. Данная улица находилась в ужасном состоянии, были многочисленные выбоины, разрушено покрытие, просадки, были обрушены частично смотровые колодцы. Очень хорошо. Была прям убита вся дорога, вся в ямах. А сейчас даже приятно ездить по такой дороге. Завершить ремонт 2-километрового участка улицы Галактионовской площадью в 31 тысячу квадратных метров должны в октябре. Но подрядчики предполагают, что закончат приводить в порядок отрезок от Красноармейской до Полевой раньше срока. Гарантия покрытия 5 лет. Еще один участок от Красноармейской до Венцика комплексно отремонтирует другая подрядная организация. Всего по программе «Безопасные и качественные дороги» в Самаре до конца года приведут в порядок около 40 улиц. Еще больше двух десятков планируется охватить работами в рамках этого федерального проекта в следующем году. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События.